начинаем немного по-другому. Номер 137. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 26 апреля 2016 года. Тоже взят эпиграф по порядку, чтобы сами заходили на наш форум. Я в контактах нигде не бываю, не знаю, почему так. То ли не знают люди, отвечать письменно не могу им. И никогда не отвечал напрямую. Модератор, администратор, они переносят мои ответы мне туда. Такая маята лишняя, многое пропускается. Ну и объявление, чтобы краткое содержание помогли составить. По ролику взяли бы и на какой минуте, на какой секунде. Ну и тут вот перевести на нашем сайте книги вот в этот вариант. В онлайн и как-то считают, что-то не знаю. Так. Они не могут считать с телефонов. Ну и вот занятия. Они уже в этом месяце или в мае кончатся, может быть, не знаю. Тоже смотрите. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович, и братьям. Хорошо получается вести на два голоса новые ролики ответов. Живее и основательнее звучит. Интересные поучительные занятия воскресные на улице. С удовольствием посмотрели с женой. Сегодня узнал, что одну из наших сестер, слушательниц, муж и двое ее взрослых сыновей не пускают на наши занятия. Встают живой изгородью перед дверью. Это Юрий Соболев из Красноярска. Он преподаватель Государственного университета, Государственной академии. Ведет занятия подготовительные и просто разъясняет при епархии Красноярской. И вот такая ситуация сложилась. Приходится ей как-то ловчиться и ускользать из дома под разными предлогами. Не верят ей домочадцы, что она ходит в русскую православную церковь, убеждена, что в секту какую-то. Да, что это за церковь там такая? 2 раза в неделю изучают Священное Писание, Ветхий Новый Завет. То есть это не православное уже. Литургику. А по субботам собираются на хор, разучивать и петь тропари. Вообще неслыханная вещь. Это уже не православные сектанты какие-то. Она уже их и с собой звала, и телефон батюшки давала. Ни в какую. Секта и все. И смех, как говорится, и грех. Я отвечаю, тут ничего не поделать. Батюшки так считают и так учат, что все на свете в разряде секты, что отделилось от их кошелька или от их несоответствия. То есть они-то сами не соответствуют Евангелию. И потом все секта, слово секта, вот у нас детский лагерь. Мы снимаем, и дети собирают ягоды. Сразу комментарий, сколько сектантов развелось, смотри. Там разговора никакого нету, дети собирают ягоды. Но чтобы дети с ними занимались, это секта. Дальше. Дети играют, идем, лазят по березам там везде. Ты смотри, сектантов сколько в России. А кто? Да попы вы посеяли это. Самая большая секта, сегодня везде говорят, это Московская патриархия. Самая большая секта. А что секта означает? Отсечение. Всякого у меня ветвь, не приносящую плода, он, Бог, отсекает, Бог. Название секты определенно по словарям есть. Это расхождение, как говорится, с генеральным учением церкви, это отрицание некого цареградского символа веры. И второе, отрицание священства. То есть мы все священники, где 2 или 3, там Христос, хоть под деревом. То есть не нужен епископат, не нужен прямой связи с епископами, не нужен прямой связи с апостольскими временами. Вот в чем смысл-то. Откройте словарь иностранных слов. Другого толкования нет. А сегодня расширили и сами попали туда. С чем боролись, на то и напоролись. Сегодня всем понятно, что патриархия никакая-то не церковь. Это собрание разных языческих суеверий, ненависти, злобы. И все сектанты. Вот мы приезжаем в клочки. А кто благословил? А что мы приехали? Мы пришли благовествовать, раздать Евангелие людям. Вот вообще даже не выскажешь. Вот здесь есть Коробейниковая. Ну и в каждой епархии какая-то. Они же программу ведут. Это системное такое патриархии. Чудотворная икона обнаружена была где-то на складе. Нашли ее. Теперь она чудотворная. И теперь туда крестные ходы пошли. А там везде здесь, ну, никак по-другому им нельзя. Вот эти длинные очереди, как идут, растянулись на километры. Летел вертолет, и даже вертолетчики не поняли, что это такое. Думали, какая-то беда, может, Китай напал, исход начался. Вертолет сел, подбежал летчик и спрашивает, что случилось-то? Да ничего не случилось, это крестный ход. И тогда в газетах пишут, вот мы их удивили, вот какие мы крутые, вот какие мы хорошие. А теперь все это получается. Вот мы пришли к Коробейнику, такое место, это освещенное. Пошли по домам. Ну, какая там уж деревня, как обыкновенная советская деревня, ну большая, больше 1000 человек. И нашли только 4 Евангелия у людей, 4 на всю деревню. А мы раздали 470, кажется, 5 новых заветов. Бесплатно, конечно. Как там был Роман, священник, и все это заснято у нас. Он побежал милицию вызывать, они не могут, сергианцы, им надо задушить. Майор пришел, ходит, а что дальше делать-то? Они нарушали? Нет. Ну, в храме хоть там плясали, как в Москве. Нет, 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 этого не было. А что? Ну, это наша каноническая территория. Какая территория? Батюшка как-то приехал там в Рубцовске. Выходят заспанные среди жаркого дня летом, прокуренные пальцы, здесь все, ну просто сказать страшно. Какой-то маленький огородчик, все заросло, лежат, спят. А что такое? Там монахи, монахи. Ходит прихожан 6 человек, а монахов 7 человек. Ну какое же у людей мнение, то что паразитируют же, ничего не хотят. Да что вы спите? А что делать? Не знают, молитву они не знают, за весь мир они молятся. Они за своим, говорится, состоянием не видят, кого не молятся-то. И вот мы там были. И он вызвал милицию. Игнатий Тихонович, я прошу вас, только уезжайте поскорее отсюда. Понимаете, как одержимые гадаринские. Свиньи утонули у них. И что? Это все засняли, и местному архиерею мы дали. Максим был, Дмитриев. Что, он принял меры какие-то? Нет, главное объединиться, нас затянуть в патриархию. Мы относимся к Русской Православной Зарубежной Церкви. Мы что-то сделали не так, или не по православному, ничего не в этом дело. Ему он не понимает, что делает-то. И что, его как-то хлопнули? Нет, его епископом поставили теперь, этого Романа. Вот и весь ответ. Что это такое смерть? Я называю такое состояние скотомогильник. Господь, говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. Ну, люди, это кладбище, а где скотина дохла, это скотомогильник, скотомогильник. Он пришел, Христос, на скотомогильник, погибшие овцы Израиля. Реально, погибшие овцы валяются. Это погибшие овцы из России. И они нападают. И вот здесь у них под каким видом уже нельзя признать православные, что-то ходят, занимаются. Старосты выходят тут в одной церкви. Братья и сестры, будьте осторожны, тут сектанты у нас появились. Они еще придумали-то жить по Евангелию. Дорогие братья и сестры, да кто же это, когда жил по Евангелию, сами вдумайтесь в это. Это православие. Братья и сестры, я тут не показываю, что, как говорю, я один, и поэтому тут настроил, не знаю, как оно пойдет-то. И дальше, я отвечаю. Иеремия 5:31. Пророки пророчествуют ложь. Ну, не сегодняшние пророки, это тогдашние. При Иеремии они были. И священники господствуют при посредстве их. То есть у них находятся там самое страшное, это миссионерские отделы. Это подмена Христа системой какой-то, подмена Духа Святого какими-то комитетами. Никаких миссионерских отделов быть не может. Это Дух Антихриста только может их создать. И они такие жестокие, хамовитые. Как будто проклятие России сконцентрировалось в одних этих так называемых. Это все ложь. Псевдо, как они говорят. Вот к ним это все возвращается. А как миссионеры нужны? Кого Дух Божий изберет? Изведанные, изведанные, Духом Святым исполненные. И вот они что теперь? Посредством их священники господствуют. Они пишут книги, они кого-то канонизируют, они определяют мощи. И посредством вот этих главных модераторов погибели, вот господствуют священники. Вот так. А народ мой что, любит это? Когда я стал публиковать материал о крещении, что неправильно, я боялся, думаю, сейчас люди узнают, что даже родственников всех похоронили не крещенными, а на клочки разнесут эту епархию. Не тут-то было. Некоторых открыли полное погружение, народ туда не идет. Почему? Одинаково, ладошки по голове, не учить или ходить, вот, заниматься, петь тропари, Слово Божие изучать. И народ туда не идет, народ любит это. То есть обольщение. Более страшного обольщения нельзя придумать. Это хуже, чем обольщение Ленина. Их правители мира делают. Там всего лишь только тело обманывают, здесь душу обманывают. И вот мы что делаем? Говорим по Слову Божию. Никак нельзя. А что мы с Библией? Мы не баптисты, носиться с Библией. То есть баптисты с Библией. А мы с чем остаемся? С батюшкой? Батюшка, благослови. Главное, храм. Пророк говорит, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Камни на камне не останется. Послушайте, генерал-полковник Ивашов что говорит? Посмотрите. Геополитик, там, как академик он. У нас горит, говорит, со всех сторон все на растяжках. Все. И кто-то, он не знает только, кто натравливает Украину. Почему донбассы, которые были там в Донбассе, воевали с Украиной, их сюда не принимают, и назад возвратиться нельзя. Это должно было быть, а с самого начала говорил, нельзя отделять от государства ничего. Нельзя. Другое дело, там Крым, он всегда был русским. А здесь давайте мы то, Дебальцево там отделим. Ну, а в России будут отделять постепенно Краснодарский край, Ставрополье. И что будет у нас? Я не политик, но я про это говорил уже тогда. Я отвечаю на это. Вот. И что вы будете делать после всего этого? Вот Господь теперь, вот все это нападение, это все за церковников. Вот что страна, нападают враги, ИГИЛ, это то, что народ не научен. Главная вина — это священство. Если бы учили народ, люди бы эти беды принимали по-другому. Ко врагам относились по-другому. Люди ничего не знают. Главное, что он пришел, склонился, он ее накрыл, и Петрохилю фартуком своим разрешил. Ни исповеди, ничего настоящего нету. Все таинства извращены. Повенчают как? Венчают, ну как? Увенчан венком. Посчитайте стихи Пушкина. Увенчан. Церковь-то не дают надевать венки-то, сзади идут, держат. Мужчина там, женщина, дружка-то. Венчания-то нет в церкви, и слепота не позволяет увидеть. Народ слепотствующий. Также светило солнце, также чесались руки. И пророков уважали, и вместе пели тропари. А про священников говорить иного невозможно, им бы только господствовать. О чем говорят и пророки, и апостол. Он говорит, и что священники, вот она, господствует при посредстве их. Им нужны тоже свои там агитаторы, профсоюзные деятели в церкви. Главное, не судите никого, не судите, то есть батюшек, не трожьте священство. Вот больше, а сами судят всех подряд. Весь мир судит. Патриарх что там сделал, съездил в Гавану. И патриарха судит, и сатану его обзывают сейчас. Сбесились совершенно. Главное, не судите. Вот на вас суд и будет, раз здесь не судили. А если судили себя с миром, не были судимы от Богом. Если бы судили сами себя. Им бы только господствовать, о чем говорят пророки и апостолы. Они же без этого господства, над слепотствующей и утопающей во грехах паствы, ни шагу и ни вздоху. Господство, господство, господство. Вот мы считаем первое послание апостола Петра. Но это уже Новый Завет. Если кто не знает, подскажем им. 5 глава, с 1 стиха. «Пастыри ваших умоляю я». Даже по частям. Чего умолять-то? Они и так знают. Не знают они, им господствовать надо. Батюшка благослови. Никуда, ни шагу. И вот мы, я говорю, в Коробейниково здесь были. А кто благословил? Что, благословил Евангелие раздать-то? Ну, да. С нами журналист был здесь, в клочках. Журналист, председатель и как секретарь всех журналистов. И к нему тоже свои коллеги, которые там прикормлены патриархи. А кто их благословил? Он говорит, да написано в Евангелии, чтобы идите благословите, идите проповедуйте. Нет, тогда что, батюшка? Что батюшка? Бумагу даст, он не будет давать никогда. Я это пробовал, не в жизнь. Хожу в тюрьму, а там сказали, нужен документ, что во церкви. Никаким образом не дадут, сами не идут, и тебе не дадут. Умоляю я, сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. То есть, ну поверьте мне, неужели Петр не авторитет? Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти. Почему? А все, трусость и корысть. Главная болезнь государства. Вот это теперь коррупция, все отсюда. Но трижды больна этим церковь. Все за деньги, все, шагу не шагнут. Корысть и трусость. но из усердия, ну, найдешь много ли усердия, и не господствуй над наследием Божьим. А там, говорит, любят господствовать, и Петр говорит, не господствуй. Там Ветхий Завет через 700 лет так и господствует, что был как один из них, а только разговор, то папа, раб рабов. Главный угнетатель Европы. Всегда это было. Мирскую власть, иезуитство, убить, что угодно, крестовые походы, инквизиция. Сожжение. 12 миллионов обошлась эта инквизиция. Сейчас защищает ее. Вроде 5 человек всего казнили за 10 столетий. Но подавая пример стаду, ну такой пример от обратного. На кого они бросают камень со стрелой, камень есть, и стрелу еще бросает, и запиской к стреле, стрелой вонзенной в несогласных, и в малейшем с надписью «Сектант». Это священники делают «Сектант». Вы за это будете отвечать. Все будут вас презирать и называть сектантами. Сектанты только там, где нет священства. А то, главное, миссионерский отдел. Беспоповцы, секта, да их никогда не называла даже царской России секта. Раскольники называли. Так раскольники-то Никона, не Аввакум. Все перевернул сатана. Юрий Соболев говорит, да, многое из Ветхозаветного наблюдается в нашем сегодняшнем положении. Ну, раз считаешь, даже же про нас. С той лишь поправкой, что у иудеев было все же научение и строгое взыскание провинившихся перед законом Божиим. Благодарю, Игнатий Тихонович, за ваши молитвы. К вопросу о духовном рождении. Рождение свыше. Вот, понимаете, этот вопрос наиважнейший, поэтому на нем все останавливается. Святой Симеон Новый Богослов говорит, ногой телом чувствует, что оделся, а ногой душою, одевшись Бога, не узнает это. Вот говорят, а рожден я, не рожден, то есть, ну не рожден, определенно. Потому что если не чувствуешь одевающийся в Бога, во что именно он оделся, то Бог ничто для тебя. Когда я говорю, вот я когда покаялся 27 сентября 1962 года в 17:00, а то у меня было, ну может быть, ну 5-10 минут. Я встал, я совершенно другой. Я смотрю на себя, который склонялся, я как будто, это не я, люди этого не знают. То ли рожден, не рожден. Если не знаешь, что ты не оделся, Симеон говорит, Новый Богослов-то. Если обладание духом бессознательно, то оно будет таким и в вечной жизни. Но останемся мертвыми и слепыми, и бесчувственными, как сейчас, так и тогда. Страшно-то что? Вот почему Василий, архиепископ Василий Брюссельский, в свое время он говорил, там писал материал о Феофане Затворнике, это Московский патриархат, и говорит, он Симеона Нового Богослова не решился переводить. А так как же так? Это Говоров, Феофан Затворник, да. Почему? Ответ. Все люди посчитают себя совершенно неверующими, паствы не будет. А вот так приголубили все. Они боятся своих святых отцов. Боятся читать Евангелие. Почему? И везде противились страшно архиереи. Ну, в 1876 году только Библию перевели. Тысячелетие на дворе было. Я долго не мог найти, какая причина. Наконец нашел. Там был еще один филарет. И говорят, царю дали записку, сказали... Ваше Высочество, там как, царское достоинство. Если Евангелие будет у людей, понятно, Библия, в стране наступит революция. Вот так. Не потому революция будет, что не знали Евангелие, а наоборот, они это понимали лучше. А мы говорим, все-таки революция была, потому что не знали Евангелие. В революции-то участвовали ни сектанты, ни штундисты, ни пашковцы, ни редстоковцы. Герой самоизмышленной веры. Сказанная вами некогда формула, это Юрий Соболев говорит, по неведомой мне причине крепко засела в моей памяти и почти всегда выскакивает, когда я касаюсь некоторых тем, связанных с этим афористичным определением. Герой самоизмышленной веры, как они священники, они готовы разорвать каждого. Посмотрите, где что делается, как они вылазят. А какие они, какие. Рукоположный раньше 30 лет он не священник, он извергнутый. Раньше 30 лет к нему подходить не надо даже. Не надо. У нас был такой, ну и 3 года, ну и сидел, не прикасались к нему. Владимир Галиндухин. Мир вам, Игнатий Тихонович, благодарю вас за ваше стихотворение-проповедь. К месту и ко времени вы его прислали. У нас в этот день екатеринбургский митрополит Кирилл снял с приходов нашего города 3 священников, в том числе и нашего отца Андрея и отца Бориса, как говорится в указе, за нарушение апостольских правил. Вообще невиданная вещь. Но я не знаю, за какие правила. Уже назначен новый молодой настоятель. Молодой, значит, до 30 лет. Еще архиерей не знает это? В наш храм. Вот такие события развернулись у нас на Страстной Седмице. За все благодарим Бога. Спаси Христос. Роман Кучма. Это сегодня ночью поступило. Игнатий Тихонович, вечер добрый. Подскажите, как правильно совершать молитву про себя? Какими словами лучше молиться? Без щеток или по ним? Ну, спаси Христос. Можно по щетке, можно по ним. Но Слово Божие говорит, открывайте свои желания. Не желания, которые заложил Ефрем Сирин, Василий Великий, Иоанн Златоуст, молитва-то, Яникий Великий. Но свои-то слова есть какие-то? Скажите Богу. Вот в конце поднимаем руки, молимся и говорим: Господи, прими нашу молитву. Вот мы вошли к Тебе. И соедини ее, нашу молитву, с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Святых. Маленькая просьба. И второе. Господи, услыши и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. Ну, что простые слова-то. И дальше. Господи, услыши и исполни молитву нашу о всех, заповедавших нам молиться о них. Просили о здоровье, о родственниках. Вот мне наслали сегодня и вчера, чтобы Бог освободил от табакокурения. А что тут? Если ты рожденный свыше, у тебя это сразу в один день это отпало. А если не рожден, тебе разницы нет. Какая тебе разница? Кури. На 12 лет раньше перестанешь смердеть на земле. Я только так могу сказать. Если не думаешь бросать. Мерзость держит и не может бросить. Но ясно дело, что неверующий. Верующий разве может разрушать храм Божий? Он тебе не принадлежит. Ну вот так. Вот мы посмотрим, что сегодня у нас. У нас есть страница вот у меня. Вот сюда заходите. Игнатий Лапкин. В шапке. Там есть другая страница, контрольная. Я там с голубем. А именно вот сюда заходить надо. Ну и вот. Это вот. Все, что у нас на Ютубе бывает, я переношу сюда. Это вот было занятие после богослужения. Оно было у нас здесь 24-го. Сегодня у нас среда, апреля. Вот говорят, понравилось людям. Вот. Теперь вот это вот тут мешается. Сегодня я сколько поставил? 2, 3, 4, 5, 6. Да вечером 2 будет. Ну, 6, 8 роликов за день. И говорится, не бедно. Вот сейчас я еще включу его, обновить. Какие новые поставилась система. Она не в раз ставится. Вот как идет. Я пока тут говорил, она в это время тут наматывала. Вот что. Ага, вот беседуем мы с Потеминым и Евгением. Вот сюда пришло. Это что? 136-е вопрос события. Вот, которое вчера было. Дальше идет ответы. Вот это слово ответы. Вот так вот ответы. Если будет, сейчас 6-й номер поставить, будет больше 1000. Это наши ответы, которые с нашего сайта. Что не знает, кто вот у нас сайт есть. Не форум, а сайт. Вот он, во свете Библии. Вот справа 4624 ответа. В общей сложности будет, ну, не меньше 1500 полновесных роликов. Ну, так примерно сошлось, что по 10 минут в среднем будет. Ну и жития святых, которые я насчитывал, ставится на каждый день. Вот уже выставило оно 1, 2, 3, вот уже 4 выставили. Вот видишь, 4, которые были. Еще что у нас форум. Ну, на форум я покажу, что в этом на форуме у нас. На форуме. Тут страница 11. Сейчас немножко тут пока продерну, которые эти у нас были. Вот вчера просил один Дмитрий Карпов. Если можете, помолитесь о мне хотя бы сегодня с утра, что он бросил курить. А зачем? Это явно человек, не рожденный свыше. Ну зачем ему бросать курить-то? Зачем себе лишать такого удовольствия-то? Все равно ты для ада назначен. Нерожденный свыше Царствие Божие не увидит. А определение вот: не можешь бросить курить, не можешь материться, бросить наркотики. Рожденный свыше, как он может? Дружба с миром есть вражда против Бога. Ты враг Божий, враг. Кто любит мир, это мирские привычки. Нет любви в очи, а любви нет-то никто. И тут другой такой же. Максим Бекленищев, 82-го года, город Горняк, Алтайский край. Здравствуйте, Игнатий. мы вот с женой и детками хотим переехать в какую-нибудь православную деревню. А куда, не знаем. Пить вино я не пью, а вот курить не могу бросить. Посоветуйте. Здравствуйте, Игнатий. Я уже 6 дней не курю. Помолитесь, чтобы Господь помог. Ну, я не увеличиваю, потому тут вам это не видно, может быть. Игнатий, вот у меня в июне будет отпуск. Можно приехать к вам в деревню на 3 дня посмотреть? Категорически запрещено, даже на 1 час. Без разрешения, тем более курящий. Куришь и кури. Ты ищи Господа, где православными назваться можно. У нас написано везде при въезде в деревню, на территории деревни курить запрещается, не в доме. Когда бывало, что приезжают люди, которые там, ну, посланные даже из администрации, так они за деревней, за территорией деревни, там где-нибудь в траве табак клали. На территорию деревни с табаком заходить нельзя. Вот нельзя, категорически запрещено. Мы, ну зачем говорить, когда мы не подходим друг другу. У нас есть определенное правило. Ну а если я приеду, ну вы приедешь, огорчен будешь. У нас было такое. Было, приезжали. Проверим ее, может быть, через милицию. Было так, что приходилось связывать, отвозить в милицию, вести себя неподобно, кидался, драться. Но у нас силы есть остановить. Вот, пишет Татьяна Субботина. Здравствуйте, дорогой Игнатий. Не могу никому обратиться с этим вопросом, кроме вас. Ну, это уже, думаю, что ж такое-то? Вы человек здравомыслящий, поэтому осмеливаюсь. Вот слово, когда говорят, здравомыслящий еще не знает, или мы знаем, ты никому не угождаешь, Господи, позволительно ли подать кесарю? Значит, за этим что-то скрытое, подвох какой-то, так и есть. Сейчас у многих происходит болезненное разочарование в христианстве. О, не в православии. Православие тут понятно, вообще в христианстве. То, что творят служители церкви, в кавычках, вы сами знаете. Теперь уж власти мирские им подчиняются и под благовидными предлогами обогащаются. Раньше не поверила бы, а когда это происходит у меня под носом, тут уж деваться некуда. Принимай правду очами своими. Святые говорят, ты очам своим не верь. Так, толчком послужила история с Константином Буфеевым, священником РПЦ МП. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском, Тюрикове. И дальше вот здесь написано, ну, где обратить, куда нажать надо. Вот. Посмотрела фильм бывшего монаха Григория Михаила Баранова и других, и плакала, как обманутое дитя. Обманутое чем? Что была где-то она... К церкви была, и другие, наоборот, радуются, что так. Баранов, он приезжал в Барнаул, и я отказался от встречи. Был монах и размонашился, женился. Для меня это неприемлемо. Тут нового императора воцарили в России, Георгий там тоже был, и встреча назначалась, я не пошел. Я вообще-то редко отказываюсь от встречи, но тут нет, а чего делать там? Обман. И ты Бога обманул, а меня еще не будешь обманывать-то. И поэтому, если начал хамить где-то, я не имею на тебя еще, но друзья сразу не приму обратно, который ушел. И вот теперь посмотрела. Вопрос первый. Почему Русь приняла еврейскую веру? О, куда? И выдает ее за свою, христианскую, новозаветнюю. Она никогда и не говорила, что нет евреев. Это уже, во-первых, не знает. Это так называемые родноверсы. И в самые же евреи эту подсунули тему, и молотит их сатана теперь на этом. Почему не говорят очевидно, что это вера продолжение иудаизма? Правильно, продолжение не иудаизма, а продолжение пророков ветхозаветных. Продолжение. Называется Ветхий Новый Завет. То есть ничего не знает. Или... Вопрос второй. Почему празднуют воскресение Христово, а называют Пасхой? Ну так оно воскресенье есть Пасха. Почему его так называют? Ну она есть Пасха. Христос бы не воскрес, и Пасхи не было. Это же 2 разных события. Ну, тут уж спрашивать нечего. Желаю здравия, надеюсь на ответ. Ну, вот я ответил, приходите. Вопросы ложные, фальшивые, неприемлемые. Ну, и скажу, что хитрые. И вот тут все, Иван Александрович Ильин о рыцарском духе. Александр, русский, говорит, это не он даже. Вот я не люблю, когда они свои ставят фотографии. И вот тут что написано, даже показать нельзя. Дух рыцарства состоит и... Много-много вставит все. И дальше разные ролики. Ну, я показывать еще это уже не могу. Мораль Талмуда – это антихристианство, сатанизм и пропаганда в христианских народах, оккультизма, суеверия, магизма, неязычества. Совершенно правильно. Это, про это тут написал. И тут еще что-то. Ну, смотрите, сколько роликов. Неужели я их буду подряд смотреть? Это одни и те же фактически ставят. Только не надо это, столько роликов ставить. И все равно их никто тут смотреть не будет. Ну и дальше что? Дальше наш видеоканал. Православный видеоканал. Более 4300 роликов наших здесь. И вот выставляется все. Если мы здесь вот нажмем, главное, на левой стороне, сейчас вам не видно по фотографии, главная страница, то откроется жития святых на каждый день. Вот они идут. Вот. Так что заходите, слушайте. Ну а тут во свете Библии наш сайт. Вот. Показывал наш форум. Вот это вот наш форум. А это наш сайт. Сейчас форум покажу, как он выглядит, чтобы знали. Вот он наш форум. Православный форум Игнатия Лапкина. 1580 тем различных, тем. Тут очень богатый материал. Сами приходите, регистрируйтесь. И вот здесь первая же строка. Вот нужно здесь вот новое сообщение открыть, ткнуть в них потом. А дальше общий поиск. Найдете любую тему про ИНН и что угодно. И сейчас вот мы озвучим вот эти вопросы. 4124. Никто не может приблизить сегодня, я тут один толкуся. Ну, как Господь позволит. Ну, на этом все.